Τα γεγονότα στο Καζακστάν ξύπνησαν στην ελληνική κοινότητα τραγικές μνήμες από τα δικά της θύματα, όπως η πολύτεκνη οικογένεια του ομογενή Παλαιστή και δασοκόμου Παναγιώτη Ζαχαρόπουλου, που ξεκληρίστηκε και αποκεφαλίστηκε από τζιχαντιστές έξω από το Αλμάτι, όταν ανακάλυψε στο δάσος στρατόπεδο εκπαίδευσής τους. Όμως και η κόρη ενός ακόμη ομογενή στρατολογήθηκε από το Ισλαμικό κράτος στο πανεπιστήμιο με σκοπό να σταλεί στη Συρία. Гречанку, девочку, так сказать, завербовали каким-то образом вот в исламскую группировку. Завербовали, и они должны были уехать в Сирию воевать. И, так сказать, вовремя их остановили, подключили спецслужбы. Вербовка происходила в университете. Тогда задержали профессора казахского университета. Представляете? То есть все это было. Они, так сказать, ну, не придавали серьеза тому, что на протяжении вот этих лет перестройки постсоветского периода, да, что все это расцвело. Ο γνωστός ομογενής σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Καραλαμπίδης αποκάλυψε ότι οι τοπικές αρχές για ποικίλους λόγους ανέχθηκαν, υποτίμησαν είτε και συνεργάστηκαν με τα δίκτυα των φανατικών Ισλαμιστών που είχαν σχεδόν αποκλειστικά προέλευση την Τουρκία. Σε последние 10-15 лет очень усилилось турецкое влияние. Значит, открываются всевозможные духовные, якобы в кавычках, центры при медресе. Из Турции приезжают духовные лица, которые обучают их, которые привозят специальную литературу. Вот еще через них радикалы как раз проникали. Понимаешь, радикалы. Через Турцию арабы шли туда и все остальное. Вот в чем проблема.